На конкурс «Дети читают стихи» Юлия Моисеева, 6 лет, город Цивильск. Сергей Михалков, в снегу стояла елочка, в снегу стояла елочка, зелененькая челочка, смолистая, здоровая, полутораметровая, произошло события в один из зимних дней. Лесник решил рубить, как показалось, тень. Она была замечена, была окружена, и только поздним вечером она пришла в себя. Какое чувство странное, исчез куда-то страх. Фонарики стеклянные горят в ее ветвях, сверкают украшения, какой нарядный вид. При этом без сомнения она в лесу стоит, не срубленная, целая, красивая и крепка. Кто спас, кто разодел ее синий скалистый